Вы можете здесь прочитать срок годности? Да его просто нет. Мы добавляем их в наше фирменное блюдо, друзья. Это должно быть очень вкусно. До 29.08.21 года. Конечно, эти конфеты уже просрочены. Годен до 12 сентября, сегодня 2 октября. И добавляем их в наш пакет. Смотрите-ка, до 29.09. Годен до 1.10.21 года. Вместе с упаковкой. Детское питание, которое было просрочено еще в январе. Фу, завоняло. О, боже. Макарошки. Мы любим покупать просроченный товар. Я вообще коллекционер просрочки, может быть. Это просто вкуснотища, смотрите. Это, наверное, Dixius Plesinius, друзья. Ну, нам не влезет туда, а влезет. Смотрите, вскрыли товар, и нас все устраивает, готовы приобретать. Вам сюда выкладывать или здесь? Специально, да? Вскрыли? Да, специально. Как я пробил? Не знаю, как у вас система пробития всего этого дела работает. Здравствуйте. Здрасте. Вскрыли товар и хотим купить. Мы не имеем права вам пробить. Что? Товар, который мы сняли. В смысле, вы не имеете права пробивать товар, который мы сняли? Хорошие макароны были. А где они были? На витрине? Ну, на витрине, конечно. Нет, мы с собой, наверное, принесли. Конечно, на витрине. Открытый товар лежал на витрине? Нет, он закрытый лежал. Мы просто ознакомились с ним. С качеством ознакомились товара. Вы сейчас все спишем. Что вы спишите? Мне купить надо. Мне не надо, чтобы вы списывали. Я хочу купить. Я хочу такой купить. В смысле? Ну как вы можете такое купить? Вот вы мне можете сказать? Я не знаю. Ну смотрите, все штрих-коды, они сохранены там. Администратор пошла с кем-то советоваться. Может ли она пробивать товар покупателям или не может? Как пройдите на товар? Как вас? Покупатели. Ну, представить, как мне вас... Скажите, покупатели пришли. Удивительное дело. В магазин пришли, ну, покупатели. Покупатели пришли, снимают на телефон. Человеческий фактор – это когда человек не может справиться с волнением в той или иной ситуации. Я подошла, мальчик не стал пробивать. Ну, хитрая какая. А давайте еще поставьте в известность, пожалуйста, о купленном. Детское питание, купленное, 238-я, часть 2, Уголовный кодекс. Детское питание пробито, что этот? Детское питание? Да, для детей до 6 лет. До 6 лет? В руку не дам. Ну, сроки хорошо. Годности смотрите. Я могу здесь? Дайте мне поговорить. Конечно. Так, нет, давайте у нас... Нет, подождите. Что зачем подождите? Зачем вы меня толкаете? Я хочу я выйти. Я хочу с вами поговорить. Вы меня задерживаете сейчас? Я вас не задерживаю. Тогда зачем вы девушку отталкиваете? Я девушку не оттолкнула. Девушка зайдет сюда. Я к ней не приблизилась. Тогда девушка даже. Сюда зайдет тоже со мной. А это служебное помещение. А я тогда тут что делаю, если это служебное помещение? Оставьте товар. Мы же вам... Это мой товар, я его снял с полок, правильно? Да. Ай. Ума, вызывай полицию, коротко и ясно. Молочная каша? Нет. У нас только молочной каши нет. У нас только молоко есть. А вы вызовите полицию и скажите, что мы подкинули чек. Но у нас нет такого товара. А что ж он пробился тогда у вас на кассе, интересно? И вот это вот, смотрите, какой прекрасный товар. Детское питание просрочено больше, чем на полгода. Вызывайте полицию, что? Давайте подождем. Сверим накладные. Хотим купить. Пойдем на кабинет. В кабинет решим. Давай здесь решим. Что ты? Пойдем на кабинет. Он же брак осторожку. Пойдем на кабинет. Коробка здесь. Пойдем на кабинет, чай, иди сюда. Да сейчас мы решим, иди сюда. Куда ты пошел-то? Вот на кабинет. Да я там уже был только что. Убери телефон, зачем ты снимаешь? Сейчас мы уберем телефон. Ага, что еще убрать? А не надо нашу коробку забирать. А куда это вы нашу коробочку забрали? А? Поставьте, пожалуйста, коробочку назад. Там в коробке купленный товар. Так, коробочку на место. 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 Коробочку на место нашу. Нашу сюда коробочку. Чего? Что, почему? Почему она снимает? Почему она снимает? А что? Какие-то проблемы? Да. Какие? Почему снимает? Коробочку на место. И почему снимает? Потому что. Коробочку на место вернем. Коробочку на место. Коробочку на место. Ты мужик? А ты? Да, ну я да. Я рад за тебя. Коробочку сюда. Не поставлю. Почему? Поэтому.
Хочешь забрать мое имущество? А? Б. Верь. Имущество мое хочешь забрать? Не поставлю. Ошалели совсем. Нет, увы. Смотри, материализовалась опять. А где этот, который мужик, не мужик? Пусть он пробивает. Хочу купить. Куда вы решили забрать у меня коробочку? Вот смотри. О, вот так вот. Вот так вот они поступают. А позовите администратора, она нам очень сильно нужна. Что, иди, товарищ, позови администратора. Чего? Что чего? Что хочешь? Ты в общественном месте матом ругаешься? Я работаю, иду вот там администратор. Чего ты работаешь? Ты материшься здесь при покупателе. Дети стоят, ты чего материшься? Сейчас твоя работа сегодня закончится. Хорошо. Так, Кать, подснимай. Маска спущена с носа. Смотри-ка, понимает. А вот слово администратор не понимает, видимо. Полиция Красный, чем можно помочь? Реализуется детское питание, просроченное более чем на полгода. Есть чек, соответственно, покупки. Наша тележка пополнилась еще двумя коробочками с конфетами. А не подскажете, да какого угодно конфетки вот эти? А, сотрудник не знает. Жалуется администратор уже, да? Здрасте, представьте, пожалуйста. Щеглов Петр Викторович, старший сержант полиции, полицейский. Супер. Отдельная рота. ППС? Участковый? Да, да, да. ППС. Нам, смотрите, нам нужен участковый, либо следственно-оперативная группа. Детское питание до 6 лет, уголовное. 238-я, часть 2. Продали детское питание, есть чек, до 6 лет. Вы ее себе на ответственное хранение забираете? Нет, мы... Участковый нам нужен, либо следственно-оперативная группа. Больше у вас ничего не получится. Нам нужно описывать товар. Понимаете, протокол осмотра нам нужно составлять. Вы можете? У нас все получится. Вы можете составлять протокол? У вас была такая практика? У нас такая практика уже на протяжении года. Принимают заявление следственно-оперативная группа, потому что рассматривает это Следственный комитет. Че, это не пробили? Ну, заявление, точнее, по заявлению это возбуждается уголовное дело, то, что вы йогурт купили? Для начала чек покажите, что вы именно здесь купили. Это два предмета этих, да? Да, два предмета куплено и выявлено две тележки. Ну как нет? Смотрите, ваш адрес, ваш магазин. А я вам сейчас покажу, смотрите. Детское питание просрочено в январе. А возбуждают или не возбуждают уголовные дела, ну так вы же тоже не имеете права квалифицировать на месте, правильно? А я собираюсь писать заявление по статье, возможно, уголовной. Вы имеете право забрать вот это в отдел? Нет. Вы себе это можете забрать. Нет, я это хочу отдать. Отдать, понимаете, либо участковому, либо на ответственное хранение. Но протокол осмотра нужно составить. У нас две тележки стоят с просроченным товаром. Так вот две тележки? Мы не купили, мы их выявили. Это тоже административное правонарушение. Любое, на выбор, какое вам нравится. 6.3, 14.43, 14.4, любое. Вот, вам требуется, если на оперативную группу, чтобы было все зафиксировано протоколом осмотра, либо участкового. Она сказала, что... У них такого товара нет, может быть, она тоже заявление напишет. Вы только предупредите ее по 36-й, а то она скажет, что мы подкинули. Вот, смотрите, выпечка упакована в отсутствие потребителя, без маркировки. Нарушение технического регламента 022-2011, а именно 4.12, пункт 5. На каждом упакованном в отсутствие потребителя товаре должна быть маркировка. Это 14.43 КУАП. Это вопиющий случай. Да, нужно это все убирать и утилизировать. Как говорится, как смогли. Лейтенант полиции Старостин, руководитель следственного. Замечательно. Смотрите, заявление уже написали, объяснение отдали ППСникам. Соответственно, вам мы что должны отдать? Вам мы должны отдать сам конкретно, да, то, почему заявление было написано. Просрочено было еще в январе этого года, детское, до 6 лет. Вот, соответственно, это мы вам отдадим. И нужен протокол осмотра. Вон там две тележки просроченных товаров с нарушением условий хранения и так далее. А нам нужна видеофиксация, общественный контроль. Когда идет она, а вы остаетесь. Кто-нибудь один должен оставаться. Общественный контроль. Тогда нет. Здесь. Тогда остаемся нет. Здесь. Нет, мы не можем. Тогда здесь. Тогда здесь. Тогда здесь. Нет. Нет, тогда нет. Мы в торговом центре не можем. Мы все равно тогда что мы делаем сейчас? В протоколе. Хорошо, общественный контроль. Так или иначе, у нас будет общественный контроль производиться. Пойдем.